сегодня небольшой обзор из Костко. На самом деле в Костко я была уже несколько дней назад, и мне не удалось снимать в этот день прямо вот из магазина. Я знаю, что вам больше нравится, когда я хожу именно в магазине и выбираю, да, какие-то там вещи, показываю, что там есть помимо того, что я купила, но иногда у меня все-таки бывают и вот какие-то такие обзоры уже из дома. Поэтому я вам покажу основные продукты, которые я купила. Для меня даже некоторые из них были впервые куплены. Например, как вот эти вот... Что? Да, Габичка, слазь оттуда. Cranberry Almond Thins. Это такие, знаете, как хрустики такие. Забрать тебя оттуда? Сейчас я заберу. Вот как это выглядит. Очень аппетитно. Это взяла Костику на работу с собой давать. Такие хрустички, вот они внутри в таких вот, знаете, упаковочках идут. Лично в каждом таких три нарезаны. Тут у меня Габи на очереди стоит их получить. Вот я вам покажу заодно. Вот такие они, видите? С орешками и с кренбери. Очень вкусненькие, приятные. Бери, Габочка, на. Все, иди, не мешай маме. Вот, так что, в общем, интересно, не знаю, как надолго их хватит, потому что мы все их, на самом деле, поджевываем. Вот здесь 30 таких пакетиков, видите, 690 грамм. И это стоило, по-моему, $8, 8 с копеечками. Ну, это может быть как оригинальное, и для чая даже, и деткам в школу, и на работу, такой вот перекус. Туна купила, как всегда, 6 штучек туны моей, она у меня разорвалась, пока я ее упаковывала. И Дошеньки, вот я купила в школу такие вот печенюшки. Они тоже шли в большой коробке. К сожалению, ее я уже выбросила. Если найду в интернете, вставлю вам здесь картиночку. В ней тоже 30 вот таких вот пакетиков маленьких. Каждый пакетик вот 26 грамм. Они без орехов, peanuts free. То есть для школы, в принципе, можно брать. И они такие вот маленькие, здесь, по-моему, 6 печенюшечек. Маленьких-маленьких. Уже эти открывать не буду. Для Идошки оставлю, чтобы было. Тоже, в общем, оригинально, вкусненько. И можно, опять-таки, к чаю и на работу с собой брать, и в виде перекусок. Удобно, что маленькие пакетики, такие расфасовочные, можно с собой давать. Теперь пошли фавориты. Это у меня салат Колизеус. Он колеслоу, колизей его называют. По-разному. Короче... Квашеная капуста, вот, но единственное, что она немножко сладковатая. Она была на скидке, я даже не помню, сколько она была, что-то вместо, по-моему, что-то $6, $4, что-то в таком плане, или еще меньше, я не помню. Я взяла, почему? Потому что я не ем, но Костя очень любит эту капусту. Ее можно и на работу в баночку, я ему перекладываю, и за ужином, и она может достаточно так постоять. Коробочка приятная, такая квадратная, она достаточно большая, здесь 1,5 килограмма в этой коробке. Следующий мой фаворит, ребята, вы не поверите, это было только в Америке, мной увидено однажды, это вот такой чанки артишок, пармезан и гарлик. Но все это сделано в крем-чизе. Уже половина банки нету. Вот так это выглядит. Это очень вкусно, ребята. Вы знаете, в Канаде это в Костко не продавалось. Это всегда продавалось вот в разных магазинах, но в очень маленьких баночках таких. Замазала палец. Знаете, такие по 150 грамм. И они дорого очень стоили. То есть маленькая баночка, там, скажем, $6. 150 грамм. И я, ну, пару раз брала, вот, это вкусно макать. Вообще его очень хорошо на крекер или на хлебушек кусочек и в духовку на, скажем, 5-10 минут. Оно немножко так схватывается, потому что оно все сырное, там и пармезан, и крем-чиз, оно дает такой вот неописуемый вкус такой. И это и для гостей, и на бутербродики, и на завтрак. В общем, прелесть. И вы знаете, что я люблю артишоки, и здесь они основной ингредиент. Ну, в общем, ребята, когда я увидела, что это появилось в Костко, потому что это было только в Костко в Америке, и я всегда, когда ехала в Америку, с собой привозила по две такие банки. Здесь в Костко, по-моему, килограмм в Америке я брала. Здесь 879 грамм. Ну, в общем, это теперь здесь и у нас есть. Стоило это 10,99. Запомнила, потому что сфотографировала даже. Вот, так что вот рекомендую. Смотрите, это очень вкусно. Ну, для тех, кто любит, конечно, вот сочетание таких продуктов. И следующий, не очень фаворит, но я взяла, потому что была скидка. Это вот такой большой салат. Называется Red Potato Salad. Это вообще итальянский ресторан. Итальянский салат. Он очень популярный. Его готовят с разными
как сказать, в разных немножко вариациях. Например, как бы я вот знаю одну итальянку, она готовит этот салат, просто вот маленькая red potato, да, вот с красной шкуркой картошечка, она ее отваривает прям со шкурочкой, потом, когда она приварилась, уже она остыла, режет ее на кубиками, на кубики прямо со шкуркой, режет туда зелень, которую как бы она предпочитает, но она говорит, что лучше всего идет укроп, базилик, что она туда, укроп точно, я помню, она клала, что она резала, укроп, петрушка 100%, я не помню по поводу кинзы, вот я не помню по поводу кинзы, но я думаю, что если вы любите, вы можете ее тоже туда порезать. Дальше, лук, она говорит, есть те, кто любит с белым луком, с обычным, есть те, которые любят с вот этим фиолетовым луком. Она говорит, просто фиолетовый более нежный, и он делает этот салат более нежным. И майонез. Все. Все. Это все, что там есть. Она говорит, так как сегодня более здоровое питание, многие заменяют это на йогурт вместо майонеза. Ну, и к йогурту добавляют то, что они любят. Кто-то там этот мастер добавляет, да, вот эту горчичку сладенькую. Кто-то просто лимонный сок добавляет к этому йогурту, да. То есть, ну, уже разные вариации. В данном случае этот салат, в котором здесь, ребята, 2 кило 300 в этой огромной коробке. Это, на самом деле, очень большая коробка, тяжелая. В ней, значит, картофель красный, здесь морковка, здесь укроп, здесь майонез смешанный вместе с вот этим мастером. И здесь даже, по-моему, да, здесь есть сельдерей даже, по-моему. Ребята, для гостей это супер салат, супер просто. Вы можете разложить сразу в 2-3 тарелки на стол это поставить. Конечно, срок хранения у него очень короткий достаточно, но и никто не собирается, так сказать, есть его 3 месяца. А у меня в доме не очень любят такие салаты, но я взяла, потому что он стоил вместо $6, что-то там тоже около $4. И я сказала, даже если я его выброшу, я его выброшу. Но, по крайней мере, сейчас идут выходные, и вот так вот вы взяли немножко этот салатик с хлебушком, уже неплохой перекус достаточно. И на самом деле, я не знаю, почему была скидка, но мне кажется, здесь очень много подлива. Мы как-то один раз брали, он был, ну, достаточно как будто, ну, как оливье, да, такая была консистенция. А тут прям он жидкий-жидкий, может быть, это была какая-то, ну, неправильная совсем комбинация, и они сделали, решили это по скидке, чтобы как-то раскупили люди, я не знаю. Ну, в общем, вот такой салат, он неплохой, он не большой фаворит в моем доме, но это очень удобно покупать, если у вас гости, вы знаете, придут, чтобы не резать какой-то там салат майонезный или что-то, вот это очень удобно, сытно, и он вкусный, он очень приятный, но это на любителя, опять-таки. Вот, так что вот это вот такие основные какие-то были новшества. В этот раз я взяла яйца, хотя я уже в последнее время не беру, потому что очень выгодные цены в обычных магазинах. Можно купить 12 штук за менее чем $2. Здесь получается 30 штук за 5,99, то есть за $6. Но так как у меня дома уже почти не было, идет конец недели, я не знала, выберусь ли я еще в магазин. Короче, я взяла яйца. Я взяла вот эти сосиски, они уже открытые. Джамбусы, они большие такие, по-моему, здесь свинина с курятиной смешанная, я их уже брала. Сейчас я вам скажу, что у меня здесь в составе. А, здесь не написано, почему. Где здесь это написано, сейчас я вам скажу, ребята. Где ингредиенты? Я что-то не вижу. А, вот, pork chicken, да. Pork и chicken. Вот, так что я их брала в прошлый раз, и в этот раз они опять были, кстати, стояла вот эта женщина, которая дает попробовать, и она тоже вкусно давала, я думаю, возьму их еще раз. И они недорогие, в районе $7, очень вкусные. Дети у меня их обожают. Вот я в школу сегодня, и дошке несколько сварила штук дала. Как же мы без сметаны? Молоко, оно вот в таком пакете у нас продается. И здесь 3 пакета. Один мы уже открыли. Йогурты. В этот раз вы можете мной погордиться, потому что я не взяла жидкие йогурты для еды, я взяла только эти йогурты, пусть они их едят, меньше сахара. Я теперь вот после этого Sugar Movie, я вообще... слежу очень сильно за сахаром, но чтобы как можно меньше было. Не то, чтобы я его исключила, к сожалению, не могу пока что. Но вот так по чуть-чуть хотя бы вот меньше йогуртов взяла. Уже горжусь собой.
Дальше давайте пройдемся по мясу. Значит, взяла вот эти вот breakfast sausages, они свиные сосиски. Это как бы фарш, да, я их люблю сама, мои дети их просто обожают. Вот я в Коско была 2 дня назад, полпачки нету, они в день по 2 раза их едят. На ужин супер просто, и вот сейчас на обед даже Габи их ела. Вот так они выглядят, они очень вкусные. Я их могу только рекомендовать и на завтрак, и в ту же школу, и в бутерброды, и на какую-то вот такую еду, которая между основной едой, например, между обедом и ужином. Ну, это уже как у вас принято. Очень люблю эти сосиски, беру их не всегда, но иногда. Здесь 2 килограмма, получается на $14. Купила несколько дней назад, но еще не разобрала. Фарш свиной, у них немножечко поменялись упаковки. Те упаковки, в которых раньше у них была курица разная, они теперь... фарш выкладывает, она более узкая. Здесь на $16.82. И здесь у нас сколько здесь? 3 килограмма 400 грамм. Да, вот 3 килограмма 400 грамм. Вот, потом поставите максимум на паузу, посмотрите. Свиной фаршик тоже на разные пельмешки, котлетки, митболс, рисовые шарики, супчик просто клёцочки, ну не клёцочки, как они называются, фрикаделечки. В общем, короче, фантазия безгранична. Кто-то любит свинину вот в лофт или там фаршировать как-то с овощами. Ну, в общем, короче, да, вот я ее сейчас разберу на порции и заморожу порцион. Вот я еще не разобрала. Chicken drumsticks, вот эти, господи, голени куриные. Здесь на $13.72. Кило получается 4,99, и здесь общая масса 2 килограмма 750 грамм. Тоже можно с ними, в принципе, что-то я в этот раз решила их брать. Что я с ними сделаю? Иногда маленький супчик варю с ними, ну, то есть бульончик из них делаю. Потом их можно просто в духовке с картошкой. Потом иногда, если у меня мяса нету, есть они, то я делаю типа пловчик, плов. И их ставлю в основу вместо мяса, потом просто немножко разбираю их от косточки, очищаю, косточки выбрасываю, мяско оставляю внутри плова. Что еще? Просто запечь в духовке просто так под сахарным соусом. Они делают такую, да, шкурочку коричневенькую. Ну, в принципе, это все, что еще можно с этим делать. Все. Так, еще у нас лаймы я купила. Они тоже стоили около $4. Это для моего утренней воды с лимончиком. Иногда я чаек просто хочу попить или просто теплую воду с лимоном. Это классно. В этот раз точно так же я взяла клубнику, которой, к сожалению, уже нету. И большой арбуз, которого тоже уже нету, был за почти $7. Ну, просто большой арбуз. Вкусный. Мы его съели буквально там за 2,5 дня. И клубнику, конечно, дети у меня очень быстро съедают. Яблоки я в этот раз не брала, потому что были какие-то очень дорогие. Еще я взяла вот такой multigrain bread, тот, который я беру обычно, но только лишь сейчас упаковка поменялась. Здесь 200 кило в этом пакете большом, я его уже заморозила, и стоил он тоже менее $5. Раньше я брала просто 2 маленьких, а сейчас они в одну упаковку поставили. Это, конечно, менее удобно, но вот он замороженный. Ну, я вот вам вытащу куском, покажу, какой он. Очень хороший хлеб, я его люблю. Дети, кстати, меньше любят, но я его очень люблю, особенно с моим вот этим вот... намазочкой вот этой, которая с крем-чизом и артишоком. Ребята, это улет. Ну и в завершающих еще вещах я купила квакер. Он продается не так, он продается в большой коробке, такой красной, с мордой вот этого дядьки. 2 упаковки такие лежат. То есть это упаковка 2,5 килограмма. 5 килограмм что-то за $8. Мы берем именно этот квакер, потому что он крупный, который перемолотый. Но при этом он все равно не так быстро разваривается. Знаете, это не быстрого приготовления. Его можно, то есть, варить или, в принципе, кипятком заливать, как мы делаем. Но это не быстрый, который сразу уже почти можно сухим жевать. Это то, что было балк. Еще варенье, потому что мы уже съели. Я давно брала варенье, если вы помните. Raspberry, это малина. Вот, тоже оно что-то $6 стоит. Ну и последнее на сегодня, мука закончилась. Кстати, эта фирма немножечко как-то поменяла, видоизменила слегка упаковку. Раньше была она белая и синяя, а сейчас немножко еще желтые цвета добавились. Есть такая 10 и 20 килограмм, я беру 10 килограмм. Могу вам сказать, что мы достаточно быстро съедаем. Не знаю, я делаю много пельменей, я делаю пиццу, я делаю
Что я еще делаю? Ну, добавляю в подливы. Ну, у меня 10 килограмм уходит, я вам скажу, где-то, наверное, месяца за 4. Ну, я не знаю, много это или мало, нормально, наверное. Хотя я не считаю себя какой-то стрепишницей там большой или что-то, но как-то расходится. Вот и все, ребята, это был обзор на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Если есть какие-то вопросы по конкретным товарам, спрашивайте, оставляйте свои комментарии, делитесь вашим опытом. С вами была Инна, пока-пока.